Конечно, наверное, это индивидуально для каждого человека. Для меня это может быть не грех, не в библейском понимании грех, но, наверное, это предательство. Кто через это проходил, тот изменился навсегда. Я, наверное, про разные предательства может говорить. Каким-то ты потом привыкаешь, каким-то привыкнуть невозможно. Но это то, что тебя меняет навсегда.